Всем привет! Привет! Можете поздравить нас, надеюсь, с началом нового сериала. Будет сериал называться «Квартира». Квартирное питание. Решил Свете купить квартиру. Сейчас едем смотреть в новострое. Машину купили, сейчас хочется новую квартиру. Поедем посмотрим, покажем вам. Вместо машины квартира. Надеюсь. Я думаю, что квартира это более правильная на данный момент будет покупка, чем машина. Есть вариант в новострое приобрести квартиру, в общем-то, за адекватную стоимость. Ну и новое оно все. Но голые стены. Почему сериал? Потому что покупка. Это не означает, что все, последняя серия, это только начало. Купил и началось. Кто покупал, я думаю, знают. Ремонт, электрика, все эти дела. Нервы. Мебель, нервы. Что сами будем делать, надеюсь. Что будем нанимать людей, то, что сами не сможем. Ну и буду снимать, показывать. Я думаю, что будет интересно. Буду показывать все моменты, правильно Света сказала, с нервами, с нервотрепкой. То, что вот реальная жизнь, ну, то, что нравится людям смотреть, и, в общем-то, я надеюсь, поехали. Мы с тобой не разругаемся. Это будет уже следующий сериал. Ты что? Дом еще не сдан. Процессе. Территория будет закрыта. Машиной можно сюда заезжать, вот, чтобы выгружать. Машиной можно будет заезжать, вот сюда, проезжать, вот, чтобы материалы выгружать, но, ну вот, типа дорожка. Да, да. Но ставить нельзя будет машину во дворе, оставлять. А это будут беседки такие, да? А там что, прям со столами получается? Ну да. А можно там, да. А тут будет зона, это мангал, да? Я такое вчера услышала, что хотят такое во дворах. Хотят сделать, да, мангальную зону? Это мангал, и там вот это, чтобы душу, все тут классно подвижно. Ну, вроде бы, рисунку целый дом приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри. Незаметно бы пропал из виду. Да, было бы интересно, что вы посмотрели. Ну, так видно, что красивый. Лифт уже потом. Я же вчера два раза на первый на передвину, а у меня открывала, я буду уже выпустить. Не, ну сравнивать нет смысла. 30-летний дом и новый. Да, они предупреждают какой-то по сравнению с этим, не знаю. Вот она красавица. Я сразу в туалет иду. Вот канализация, которую ты используешь. Хочу посмотреть. Угу. Отвод канализации. Угу. Кстати, стены. Вода ж будет подведена, я так понимаю, нет? Заведена уже. А, уже заведена? Да. Вы просто там писали. Ага. Пусть тоже еще не заменю. Делали теплый пол в ванной. А, то есть под так? Теплый пол, да? Да. Я же смотрю, думаю, тут вот ровный бы Саша спрашивал, а полы там надо? Есть. Говорит, а там такие ровные полы. Стяжка, да, это лазерная стяжка, да? Уже как покрытие, да. Ага. Да. То есть уже ложишь себе. Стелишь ламинат. Главное, что фурнитура, окна, все да, это. И толщина стен хорошая, с утеплением. С утеплением, да. И окна не болтаются, хорошие. Вот вид из окошка. Отопление уже идет. Под стяжкой вся разводка. Под стяжкой вся разводка труб. Ага. Радиаторы большие, нормально. Стены, кстати.
кстати, вот это, что я говорила, они идеально ровные, тут даже, я не знаю, есть ли смысл гипсокартона. Не, гипсокартоном нет смысла, а какой это смысл? Просто они уже делать штукатурку и зачем забирать пространство, конечно. Ну, да, натяжной потолок. Стены классные, натяжной потолок кидаешь, на пол кидаешь, что хочешь, да. Или плитку, или... Не, в комнате, наверное, ламина. Есть уже этот А это вот кухня. Кухня больше, чем комната. Я в кухню влюбилась в этой квартире. Да, значит, тут можно вот будут переделывать, да, вот же вот. Ну, перестенок. Это по желанию, я не хочу. Можно без перестенка. Шикарность этой квартиры именно вот за счет этого всего, да? Ну, балкон, я не знаю. Света квартиру берет из-за кухни. Да. Потому что это кухонь, ну, я думаю, маленькая кухня. Мечта хозяйки. Да. Ну, да. Ну, реально, да. Тут такая кухня, что... Котел уже газ заведен, котел есть, счетчик стоит, то есть вода и вся это, все это значит, дело уже... Поставят, вода уже полностью уже подключили, свет тоже уже подключили. Счетчики на коридоре водяные, на коридоре, да? Да. Угу. И тут, кстати, поставят диван. Диван? Ну да. А там вот мебель, вот все. Ну я так представляю. Я сразу зашла и увидела именно так. Может быть, потом какие-то у нас мысли другие появятся. Ну. Ну да, это однокомнатная. Щиток. Так, уже. Щиток. Интернет уже есть. Щиток есть, интернет. Заведен. Стены идеальные. Стены даже вот поражающие, идеальные. И дверь классная. Дверь классная. Да. Да, дверь главное, что сравнивали мы с другими новостроями, то, конечно, там сразу у других надо двери менять, окна сразу под замену. Тут уже такое, что можно уже не менять. Бери и пользуйся. Отлично. Ну и смотрите, подъезд. Просто заходишь и настроение совсем другое. Есть желание здесь жить. Светло, красиво и современно. Такие вот подъезды. Дальше пойдем посмотрим двухкомнатную. Здесь вот счетчики находятся. Вот в этом. Вот счетчики на воду. Кстати, территория охраняемая будет и видеонаблюдение уже. Маш уже ж прямо на сайте есть. Спасибо. Да, показать вас неправильно. Чтобы все звонят. Увидели потом раздражение. Открыта вот дверь. Давайте зайдем, посмотрим. Воспользуемся моментом. Длинный коридор. Прихожая классная. Ух ты. Ух ты, комната какая. Однушка наша 42 квадрата. Это двушка 60. 60 чем-то, кажется. Окна огромные, посмотрите, какие окна. Туалет, ванна совмещенные в данном варианте. Одинаковые, что двушка, что... Ну, здесь вот прихожая, только чего стоит, огромнейшая, и комната сразу. Кстати, вот эти кирпичные перестенки, по желанию можно убирать, хотя с прихожей... А, прихожей есть где еще. Поставить и шкаф, и все. Вот такие вот варианты. Котел двухконтурный, котел-колонка, да? Да? Горячую воду можно брать от него. Кстати, я просто спрашиваю, что за... А мойка это, а канализация там? А как же тогда канализацию так далеко? Канализация там, да? Да, канализация, да. А вода это из капкомированного. Я ж начал снимать и говорил, что это двухкомнатная, прикидываешь?
снял видео. А это, оказывается, однокомнатная, просто это кухня. Шикарная, да. У меня тут кухня, квартира вообще. Так тут посмотри, прихожая какая. Тут прихожая, только в прихожей можно жить. Посмотри. Я тебе серьезно говорю. Вот встань, посмотри, какая прихожая. Это, оказывается, однокомнатная, извините. Вот одна комната, а то кухня. Просто здесь площадь больше. А она угловая или нет? Ну, вид из окна здесь тоже нормальный. Площадка, стоянка будет автомобильная. Кустики, деревца, травичка. Нормально. Это около 30 тысяч долларов. Ту, что предыдущую показывал, та, что меньше, 24. По идее, я думаю, что это за 30. Пишите в комментариях, если это 30, та 24, лучше эту взять. Доплатить. 6 штук и взять эту. Блин, ну тут реально можно конем гулять. По сравнению с той, конечно. Прихожая только чего стоит. Давай еще раз вот взглядом оценила и ту иди сразу посмотри. Ну понятно, что это больше. Я в растерянности. Смотри, сразу же видно, что ну, тут и воздуха меньше. Там воздуха больше. Смотри, тут прихожка, раз пришел, ну маленькая, намного меньше. И кухня ж меньше, да? Здесь кухня сколько? 17, а там 20. Тут там кухня прямая, здесь кухня с этими вот делами. Ну и там больше площадь. Ну, там, конечно. Да, там коридор, а и... какая площадь этой квартиры и той? 42-51, а та, что побольше, 55-53. А, 55. Ну, да, гораздо больше. Что? Ту? Гулять так гулять. Не знаю, как-то. Дешевле за квадрат? Да. Та? Вот, да. А. Ну, вот сейчас раз и сразу туда иди смотри. А это одинаковая по площади, я так понял, с ванной. Нет, а там немножко побольше 400, там тоже ванна. И расположение, видишь, не напротив лифта, что раз пьяный кто-то выпал и в двери. Ты как придумаешь, уже все пьяные. Тут потом, смотри, тут пьяные всякие эти, тут не будут драйвить. И вот раз, та ну. Пьяные, все, та ну глянь. Слышь, мне кажется, эта кухня такая, как та вся квартира. Эту брать-то и все, ну что, что тут думать. Так, такая же, только на 8 этаже. Что интересно мне, вид из окна. А, ну здесь 9, а, видно город чуть-чуть. Нормальный вид такой. Вид из окна на город Крапивницкий вон. Дендропарк. Черноголовый наш квартир. Частная сетка. И с высоты 8 этаж.
давайте трехкомнатную глянем. Ух ты, ё-моё. Обалдеть. Ну да. Я в шоке. Ну да, жди. Глянь. Это кухня, слышь. Вот где видео снимать про готовку тебе. Жарю картошку. И квадрокоптер можно запускать. И вид смотри какой. На зеленую зону. 62, да, долларов? Но это уже попозже. Квартир много не бывает, ты же знаешь. Так, это ж не все еще. Гостевой санузел? Вот так. Я понял. Так, дальше. Ну да. Вот. А это совместные, да? Короче, один делаешь туалет, а другой... А тут 6 квадратов. А вот как мы... А, можете и прачечную там сделать, и сушилки поставить. Ну, блин, один квадрат на две стороны. Он там вот. А куда ты с окошко? Че, куда? На детскую площадку. Ну, да. Детская площадка там. Прикольно, если будет мангальная зона. Угу. Площадка красивая. Ты видел, сколько растений повезли? Ну да, да, понавезли кучу деревьев. Вон с красными листьями какие-то деревья. Угу. Клён. Всякие кустики там. Клён, наверное, какой-то канадский или что. Все красиво, конечно, уже так. Да, стараются. Ну, для нашего города просто это, ну как бы, и в диковинку для нашего села. Для больших городов это уже как обычно. Для нас, ну, прихожка тоже прикольная. Зашел здесь, вот, разулся, разделся и попер. Неужели ты уже бухла набрала праздновать? Нет, зачем? Чашечки красивые. Что, фирменный пакетик тебе дали? Да. И вот чашечки. Угу. Волкова 3В. Ну, две, двоим. Мы же вдвоем будем там. 3В Волкова, говорю. Мы вдвоем, говорю, будем две чашки. Ты что, не слышишь? Причем скажи, тут... что нас больше. Пускай больше тут. Не будь бессовестным. Это пакет, что, и все? Красивый договор тут. Почитать, ознакомиться. Ясно. Ну что ты скажешь по поводу квартиры той и той? Ну, пока ничего, да, ты не поймешь. Тебе бы та подошла, и та подошла к тебе. Да. Да, да, Ром, вот, да. Хорошая у меня жена, она непривередливая. Ей можно... Нет, понимаете? Ей можно купить шубу, а можно и не купить. Она не обидится. Это классная жена. Лайк ставьте. Ей можно такую квартиру купить, можно маленькую. Ты хочешь, чтобы я требовала еще и шубу? Нет, нет, нет. Я начну. Нет, не надо, не надо. Я просто реально смотрю на вещи, что она надо. Она не требовательная, и вот такая, которая понимает. Угу. Поэтому могу пожелать каждому такую же. Да. Но не разбалывайте. Обалдеть. За ту... Пишите, короче, в комментариях, короче, потому что ситуация реально... Нет. Но я как бы уже принял решение. Понятно, что мы все по деньгам обсудили, и я принял решение. Это 100% понятно. Но вы пишите в комментариях, но какое решение приняли. Но вы имеете в виду, что все равно зависит от женщины. Ну, в нашей ситуации не очень много, но имеет значение. Понял. Ну, короче, все по деньгам. Квартира шикарная и первая, потому что таких кухонь и в однокомнатных, ну, просто нет, вот реально больших. Конечно, вторая выигрывает, ну, опять-таки цена дороже. Ну, я же говорю, все в деньгах, но дороже цена.
Ну, оно того стоит. Там и прихожая огроменная, то есть там остаются, если в первой квартире надо для... Ну, все равно шкаф необходим, то есть где-то трусы, носки там складывать, и тоже постельные, да, ну, всем надо это. То есть шкаф какой-то нужен, хотелось бы нам или нет захламлять, скажем так. Начнем с того, это что частный дом пока остается, ну, как основное остается. Жилье. Покупается ж квартира, как и автомобиль, не каждый день, поэтому я посчитал за нужным приобрести. Этаж, кстати, не поменялся, но квартира рядом и с большей площадью, с большей кухней, с большей прихожей. Я посчитал, что есть вариант ее купить, надо ее купить. Потому что реально заходишь туда, я сразу зашел, вы видели видео, я сразу зашел, уже начал рассказывать, что это двухкомнатная. Потому что я смотрю, коридор такой огромный, я, блин, одна комната, вторая, оказывается, то не комнаты, то кухня одна. Короче, хочу сказать, что можно даже эту кухню, которая одна, там сколько, 22 квадратных метра? 20, но тем не менее, ее можно поделить пополам. И это будет, ну, двухкомнатная квартира, то есть одна комната, да, кухня будет без окошка, но я думаю, это ничего страшного. Освещение и... красивое, все делаешь. И сейчас, да, можно и раздвижные, и перегородки разные, то есть сейчас сколько вариантов, ну, то есть можно даже вот как вариант взять, если там с детками, да, то как-то уединиться от детей, чтобы был свой угол, да, там и детям комната, а взрослые могут и на кухне пожить. Все, я думаю, что сериал начался, договор взяли. Деньги заплатим, дом еще сдается, будем приезжать смотреть. Процессы кое-какие, если смогу сдать, снять, буду показывать. Должны сдать сейчас у нас что? На где-то конец октября, конец августа, третьего квартала должны сдать. Конец октября должны сдать. Но уже видно, что тут уже все там, ну, то есть вода подведена, газ вот им уже должны подключить. Ну, как сказали, ну, видим по процессу, что все идет. Много деревьев высадили, кустов, то есть это просто так тоже не будут высаживать, и чтобы за этим никто не ухаживал, и на долгий срок тоже ухаживать просто так, оно все денег стоит, а и растения дорогие тоже. Ты имеешь в виду, что будет обслуга комплекса? И... Да, конечно. Но это тоже плюс будет огромный, когда есть обслуга, и ты не даром платишь квартплату, там вот эти все деньги. Да. Выходишь из подъезда, выходишь в чистом, выходишь, и ты чистый идешь, по крайней мере, до парковки автомобиля ты идешь чистый. Да, не так, как у нас привыкли. Выходишь и сразу в лужу, в яму, встал и пошел, как свинья. Ну, подъезды совершенно другие, это уже не как подъезды в наших домах, которые заходишь, ну, основные, не хочу сказать за все, но в основном лифты, страшно заходить в лифты. Ну, Сандепия, они 30, да, по 30, по 40 лет. Тут, конечно, другое. Дальше, подъезды, ну, извините, скажу, как есть, они описаны. Описанные всякие то шприцы валяются, то еще что-то. Ну, новое есть, новое здесь сравнивать вообще не контингент стоит. Я тоже думаю, что, например, взять БУ, ну, квартиру какую-то, да, и там не знаешь, кто соседи, какие-то алкаши попадутся, и ты не будешь знать, кто и тут попадется. Не, но подожди, факт тому, что да, за эти деньги можно взять квартиру, что приди, да, живи. Но ты вот в своей оболочке, тут там ты красоту сделал, но ты выходишь, квартиры, ты выходишь опять в ужас. Ну, тут, да, ты знаешь, что новое, тут никто не под жил, охраной, и тут ты делаешь для себя. Ты закрываешь квартиру, уезжаешь. Частичка отдыхать, Европы, вот так приехал в частичку Европы. Я именно это тут увидела. И только выехал с парковки на эту дорогу, все, ты уже в Кировограде, в Украине, в СССР, в том Кропивницкий. Кропивницкий. Поэтому начало есть. Что будем сами делать по ремонту, потому что, понимаете, это процесс, уже там надо канализацию, трубу тянуть, надо будет уже долбить, штробить, воду переваривать. Ну, все это я сам, в общем-то, делаю, буду показывать, потому что нанимать нет смысла. Потолки натяжные, то все, будем людей нанимать, также буду снимать, подсрачники там давать такое. Ну, да, ну быстро это делается. Я думаю, что я думаю, это быстро делается, но сейчас просто в связи с тем, что нормальные все... работники уехали в Польшу. Уже, нет, у меня уже есть. Поэтому человек, тут только делает на подсрачниках нужно. Не, есть человек, будет, который делает быстро, это я уже знаю. Значит, будем проверено людей искать, которые быстро, и также им давать подсрачники. Ну, все, всем удачи, до следующих видео. Всем пока, порадуйтесь за нас.